Группа компаний Гавриш предлагает сорт огурца Бакс. Такое интересное название. Это новый высокоурожайный пчелоопыляемый среднеспелый гибрид. До 55 дней от всходов до плодоношения доходит. Он смешанного типа цветения, предназначен для выращивания в теплицах, в открытом грунте и на подоконнике в апреле-мае. Растения мощные. Длина главного побега достигает 3,5 метров. Зеленец достигает длины 22 сантиметра и массы 210 грамм. Этот гибрид отличается повышенной теневыносливостью растений и высокой ранней общей урожайностью. Урожайность с растения до 7 килограмм доходит. Партия 0,4856, вес 0,5 грамм в упаковке. Давайте проверим. Семена ровные, глянцевые, такого бирюзового красивого цвета. Как часто бывает, одно из них спряталось. И взвешиваем. 0,68 грамм.